По этой дороге я бегал босоногим мальчишкой. А здесь был дом моего деда. Это было давно и в другой стране. Но в этом мире есть то, что будет с каждым из нас всю жизнь. Родной двор. Время, когда деревья были большими. Моя родина Бельца, а долг офицера – защищать родину. Мы любим ее всегда, как маму. И мы любим ее еще больше, когда она больна. Политики приходят и уходят, что-то обещают людям, но что-то делают только для себя. Наша команда отказалась быть частью этой системы, и система пытается нас уничтожить. Наша партия – не то место, в котором хорошо себя чувствуют карьеристы. Мы в оппозиции потому, что пытались изменить все. В 2015 году мы вместе в нашем городе совершили революцию. Но силы зла пытаются вернуться. На этих выборах мы должны дать им звонкую пощечину. Защитить нашу малую родину, дать ей шанс на процветание ради детей, ради будущего. Я знаю, что добро должно победить зло.